Письма с фронта и пожелтевшие от старости фотографии достают из своих шкатулок первоуральцы. Наш город присоединился к всероссийской акции «Дорога памяти». Информацию о фронтовиках собирают для создания галереи «Дорогой памяти». Ее планируют открыть на территории будущего храма Вооруженных сил Российской Федерации, который будет расположен в городе Одинцово Московской области. Там планируют установить специальные терминалы. Можно будет увидеть фотографии, изучить биографии и прочитать о подвигах участников Великой Отечественной войны из разных городов страны. Информацию для создания галереи собирает военкомат. Помочь военным решила Первоуральская общественная организация «Наследники Победы. Дети войны». В штаб ежедневно приходят дети и внуки ветеранов. За два дня здесь собрали данные о 30 первоуральцах, которые уходили на фронт. Собирать информацию планируется весь год. Пополнить галерею «Дорога памяти» можно по адресу проспект Ильича, 11, офис 1. Это мой отец. Храма Федор Парфенович. Мне уже самой 77 лет. И когда он уходил на фронт, мне было только 3 месяца. И я его не знала, я никогда не назвала никого в жизни папой.